Добрый день, зрители и подписчики. Сегодня у меня будет ролик-обзор и отзыв на магазин и их товар. Это магазин, находящийся в городе Казань. Магазин спортивной одежды. Магазин называется «Магазин одежды Under Armour в Казани». Покупал через ВК. Был подписан на эту группу. Мне было интересно посмотреть, как они работают. 30 апреля, свой день рождения, купил кроссовки, которые называются Surge 2. Доставка была с деком. Вот приходят они в пакете с дековском. И вот еще в фирменном пакете магазина Armor Club. Такой черный пакетик с ручками. И в нем находится, конечно же, коробочка. Вот она, фирменная коробка Under Armour. Здесь у нас кроссовки. Говорю сразу, покупал со скидкой, и цена этих кроссовок 3990 рублей. И доставка вышла с деком 285 рублей. Доставка оплачивалась при получении. А кроссовки я оплачивал через интернет. Конечно же, было в первый раз не очень камильфо оплачивать, потому что не знал, как этот магазин работает. Отзывов не так много, хотя магазин у них работает уже давненько. Но просто многие же люди у нас не на «ты» с интернетом, и поэтому отзывы не очень любят писать, хотя покупают. Я же, в свою очередь, после того, как этот ролик сниму, напишу им в группу отзыв свой. Очень понравился, как работает этот магазин. Понравилось то, как общаются менеджеры. Это очень хорошо. Очень культурные, хорошо информируют. На заданные вопросы полноценно, развернуто отвечают. Делают замеры одежды и обуви, какую вот попросишь, что попросишь замерить. Вот это очень хорошо. А то бывает иногда вот даже разговаривать не хотят. Поэтому с такими магазинами стараюсь не иметь дела. А этот магазин мне очень понравился. И интересен он тем, конечно же, что там постоянно у них скидки, акции какие-то проводятся. Ну, очень интересно. Вот эти кроссовки, вот эта модель была самая дешевая, что я нашел. В интернете на них была самая дешевая цена. Но по качеству они очень отличные, на мой взгляд. Как обычно, приходит эта фирменная коробочка Under Armour. Кто давно подписчик моего канала, помнит, я показывал другие кроссовки Under Armour, которые покупал в 2018 году, те кроссовки были куплены в США. Кстати, сейчас вам для сравнения покажу коробочку. Вот для начала посмотрите со всех сторон. Информация именно у нас только с одной стороны. Здесь размер указан 10,5 американский, модель Surge 2. Паспортный номер, так, английский, европейский и китайский или японский размер в сантиметрах, 28,5. И здесь наша наклейка на русском языке, которая сообщает, что это у нас за товар, с QR-кодом и страна-производитель, Вьетнам. Внутри, вернее, снизу на коробке у нас указан адрес штаб-квартиры Under Armour. И где-то произведено. Так. И вот прошлая коробочка Under Armour немного отличается, больше надписей. Но это, вот эти кроссовки были сделаны у нас для рынка США. И есть различия, конечно, открывается она одинаково, все сделано почти одинаково. Как вы видите, надписи здесь очень повторяющиеся. Ну вот этой надписи уже Protect This House Айвил нету, но Under Armour везде надпись присутствует, и лого компании Under Armour тоже везде присутствует. Но, как вы видите, для сравнения, если взять для российского рынка и для американского, вот для сравнения. Сейчас, да, я взял на размер больше, потому что нога у меня стала плотнее. И, ну, в принципе, когда 10 размер тогда покупал, они мне тык в притык упирались. Сейчас же очень комфортно они сидят. Практически не отличаются вот эти наклейки. Единственное, как вы видите, на американской есть указана рекомендованная цена. Сразу же напечатана. И вот такая же наклеечка магазина. Эти кроссовки у меня еще до сих пор живые, но они у меня сейчас скоро уже уйдут
и будут жить на работе. Так как по работе мне очень много приходится ходить, и очень много времени я провожу на ногах. А кроссовки Under Armour мне нравятся тем, что в отличие от тех же Соломонов моих последних, это X Ultra Prime, которые там, если нога потеет, то она запах не впитывает, и вот не воняют кроссовки, понимаете? А вот Соломона же вонище невозможное, вот, и не знаю, что делать, постоянно приходится менять стельки, стирать, это невозможно в них работать, поэтому я и решил больше не покупать кроссовки Соломон, потому что качество у них сильно упало, цена повысилась, а уже у них и колодка очень стала узкой по сравнению с тем, что было раньше. У этих же, вот на этой модели у нас средняя колодка. Ну давайте перейдем уже к самим кроссовкам. Открываем, как всегда, фирменная бумага, и достанем оба кроссовочка. Конечно же, я их мерил, походил немножко. Сейчас прошел в этих кроссовочках Under Armour Surge 2 порядка 3 километров. Специально засекал, ходил на почту за пряжками, ходил также по магазинам за продуктами. Вот иду домой, как раз выходной у меня сегодня, 5 мая, завтра опять на работу, как и вчера на работу. Вот так вот, что можно сказать. Вот такие кроссовочки. А джинсы на мне сейчас 5.11 Defender Flex, по которой я уже снимал ролик обзор. Очень добротные, в принципе. Ноги не устали, комфортно работают. Темпер нормальный. Ноги не устают. И очень хорошо проветриваются. По-моему, самое то на лето будет. Поэтому мой отзыв, первый мой отзыв, так сказать, в первом моем ролике обзоре, это очень отличные кроссовочки. Всем советую. Вот так вот. Кубочку уберем. Как обычно, бумажки вот эти вставлены специально, чтобы не сминались кроссовки, не теряли форму. Говорю сразу, эти кроссовки самые-самые простые. Знаете, тут наворотов по минимуму, но они в то же время очень интересные и очень комфортабельные за свою цену. Это у нас считаются беговые кроссовки Under Armour модель Surge 2 Running Shoes. Созданы для бегунов, которым нужен баланс гибкости и амортизации. Данная обувь выполнена из сетчатого текстиля. Это все написано на сайте продавца и на сайте производителя Under Armour. Также под видео оставлю ссылку и на магазин, и на официального производителя. Я все-таки хотел кроссовки именно на лето, чтобы они продувались и чтобы были легкие. А здесь у нас легкий дышащий сетчатый верх. Сетка, понимаете, она у нас такая текстильная, не сделанная из 100% полиэстера, как вот бывает. Ну, это потом в следующих кроссовках я вам покажу. Здесь же у нас использован текстиль. Также, кроме того, что здесь у нас сеточка, как вы можете вот видеть, она у нас снутри имеет также еще дополнительный защитный слой ткани. И поэтому вот сеточка у вас просто так не порвется, если кто-то думает. Все-таки это у нас городские кроссовки. Говорю сразу, потому что если кто-то думает, что вот купили их там и будете по лесу бегать, то вряд ли, потому что вот этой сеткой можете зацепиться за что-то там, за куст, за ветку какую-нибудь и просто порвете ее. Поэтому для загорода, скорее всего, они не пойдут. Это чистая, на мой взгляд, именно городская модель. На ноге сидят очень комфортно, очень легкие, что вот интересно. Я ожидал сначала, что они будут немного тяжелее, но они очень легкие. Как вы видите, присутствует небольшая защита носка. Хоть она не такая плотная, но все равно мне очень понравилось, что она все-таки присутствует. Потому что не люблю, когда вот на обуви нет вот защищенного носка. И если мало ли что-то стукнешься или кто-то тебе наступит, то неприятно, конечно же, это. Шнурки. Шнурки здесь хоть недорогие, но они достаточно хорошие. Я вот все-таки считаю, что это хорошие шнурки, потому что при ходьбе они у меня пока не развязывались, но в дальнейшем, конечно же, будет и дальнейший отзыв при хождении, как будут носиться эти кроссовки. Задник у кроссовок, видите, вот тоже вставка сделана у нас из
прорезинового материала. Написано все-таки кожзам или что-то подобное. Стеснением вот таким. Задник достаточно плотный и не сомнется. Вот, ну, очень хорошо сделан. Очень приятно обхватывает ногу вот этот наш, как называют его, воротник. И нога очень плотно обхватывается и комфортно сидит. Очень приятно. Вот кроссовок на ноге не болтается. Ширина стельки в самом широком месте 10 сантиметров. Вот это мне очень понравилось, то, что они не маленькие, не зауженные, в отличие от тех же Соломонов. Вроде бы смотрятся как бы узковатые, но на самом деле они не узкие. На ноге здесь очень комфортно. Хотя сейчас нога у меня и вроде бы и средняя, но немного шире уже средней. И поэтому, если покупать кроссовки, я кроссовки в России просто под свою ногу не всегда могу найти. Потому что в основном сейчас у нас какие-то узкие кроссовки. Такое ощущение, что для России производятся именно только узкие кроссовки с узкой колодкой. Хотя это непонятно мне. Вот. Стелька здесь самая простая, без всяких изысков, наворотов. Сейчас я ее достану вам. Она имеет такой клеящий слой. Вот. Ну, это, как вы видите, вот этот клеящий слой. Для того, чтобы не сбиваться, не скомкиваться при хождении, как вот происходит в тех же Соломонах Ультра, X Ультра Prime, которые я уже показывал, про которые у меня уже был и гневный обзор, что качество очень упало. Там стелька при хождении просто вот так вот скатывается и не знаешь, что делать. Эта же стелька, на мой взгляд, достаточно хорошая. И то, что вот этот сделан клеящий слой, ну, в принципе, нормально сидит. Внутри, вот посмотрите, как сделано внутри у нас. Можете видеть, сделано все качественно и очень хорошо. Хотя, вот знаете, кроссовки недорогие, но в то же время все сделано очень хорошо. Произведено, как говорил ранее, во Вьетнаме. На язычке присутствует такая наклеечка у нас. Under Armour, как вы видите, здесь у нас название производителя, страна производства, сделанного во Вьетнаме, и размеры, и QR-код, и артикул модели, все указано. Также, как видите, вот этот у нас резиновый значок, логотип компании Under Armour также сюда приделан. Думаю, он не оторвется, как иногда люди говорят, что вот-вот, там логотип может оторваться, некрасиво будет, ни то, ни сё. В принципе, а зачем ему отрываться? Он, в принципе, сделан нормально. И что, вы его тереть будете, что ли, или что-то? Ну, не знаю. Под шнурками, как видите, тоже у нас сделана вот такая прорезинка, для того, чтобы ткань у нас не рвалась и, ну, не изнашивалась, не протиралась. Это тоже, в принципе, очень хорошо. Как вы видите, вот дополнительное отверстие, как вот обычно делается именно на беговых кроссовках, чтобы более плотнее можно было завязать кроссовки, ну, чтобы они не спадывали с ног. Хотя вот попробовал, ну, говорю, вот на ногах очень хорошо сидят, очень пружинистые. Ну, просто, знаете, вот ну, ходишь, тебя так подкидывают, ну, очень... Очень понравились. Не ожидал я за такую цену, что будут вот такие интересные кроссовки. Легкие, пружинистые и достаточно интересные. За счет чего они вот пружинистые? За счет того, что здесь интересная подошва. Кто-то вот раньше ругал, что вот если использовать только материал Эва, вот эту пену, да, то не очень будет, это будет сминаться там и это... Не знаю, вот компания Under Armour, они вот в основном делают сейчас вот такую подошву на вот таких вот недорогих кроссовках, да. И в принципе, вот у меня была такая подошва на прошлых кроссовках Under Armour, и ничего плохого с ней не произошло. Достаточно хорошая, 3 года у меня вот они проработали, проносились и носились в разных условиях, и на огород ездила, и в лес. И в принципе, очень добротные и очень хорошие. За счет этого, то, что вот такая подошва, они очень пружинистые. Здесь же еще сделано то, что... Здесь у нас вот агрессивный рисунок, как заявляет производитель, как вы видите. Сделано у нас здесь в стратегических местах, как заявляет производитель, резиновые вставки. Это для большей прочности при меньшем весе.
И, в принципе, это, я считаю, тоже очень хорошо. То, что как раз где больше и стирается подошва, а у меня больше она и стирается почему-то именно вот сзади, то эти кроссовки будут побольше носиться, побольше прочности будут иметь. Хотя вот, ну, это все будет видно во время использования, во время ношения. Ну, я говорю сразу то, что я все-таки эти кроссовки купил на повседнев, именно ходить на работе, поэтому до работы на лето, чтобы не было жарко, в принципе. Почему вот именно люблю кроссовки? Ну, потому что мне больше нравятся, потому что они более удобные, более легкие. И вот, знаете, можно с места побежать там или что-то, вот, и ноги не устают. В отличие от тех же мокасин и им подобных. Все-таки мне вот больше нравятся кроссовки. Как-то больше мне они интереснее, больше я к ним привык. Вот такие кроссовочки. Итак, сейчас еще раз перечислю, какие здесь плюсы. Первое – это легкий дышащий сетчатый верх. Второе – это улучшенная амортизация вокруг воротника на щиколотке для максимального комфорта. Это так и есть. Внутренняя отделка наших кроссовок выполнена также из текстиля. Стелька из эва по всей длине для дополнительного комфорта, индивидуальной подгонки. Усиленный задник, как мы видим, для дополнительной поддержки. Промежуточная подошва из эва для амортизации без утяжеления. Вот это и есть у нас пена эва. Агрессивный рисунок подошвы со слегка приподнятыми резиновыми выступами для дополнительного сцепления. Вот. Конечно же, логотип компании Under Armour на подошве присутствует. Стратегически размещены резиновые накладки под пяткой и передней частью стопы для большей прочности при меньшем весе. Ну, здесь из-за цветовой гаммы сразу вот видно вот эти резиновые вставки, и они более жесткие по сравнению с этой же Эва. Эва хорошо проминается, так, а вот резину-то нет. Ну вот, такой небольшой обзор на данные кроссовочки. В принципе, приобретались они по очень хорошей цене, 3990 рублей. Считаю, что это очень хорошая и выгодная покупка. Ну, на этом свой ролик я заканчиваю. Все, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. И до новых встреч. Ну все, всем пока, счастливо.